Так. Всем привет! Сегодня будет такой обзор разных видов тесаков, здоровенных ножей для аутдора. Расскажу, вот выскажу свое мнение о разных их видах. Думаю, будет интересно. В общем, вот этих тесаков существует великое множество. Это какие-то кукри, кукриобразные ножи, боуи, мачете, латинские, боу-мачете, боу-ножи, паранги. Но по большому счету, если вот все вот эти ножи, все вот эти виды сделаны более-менее правильно, то есть по весу, по заточке, по размерам, но основные свои задачи, которые они должны делать, они делают все примерно одинаково. Там разница в нюансах, но что важно, вот на таких ножах линза себя очень хорошо показывает. Я имею в виду именно вот полноценные линзовидные спуски. Если на обычных ножах, это как бы, ну, такое, где-то свои преимущества, где-то свои недостатки. Не всем нравится там, что они могут продукты некоторые из этих ножей подкалывать с линзой. То вот на этих тесаках преимущества прямо очевидные, ярко выраженные. По простой причине, что вот эти ножи – это такой мощный инструмент, многофункциональный. Ими какую-то грубую работу делаешь, колешь что-то, батонишь, твердые ветки рубишь. Поэтому этот нож он должен быть таким толстым сведением. Если это какие-то прямые спуски, там сведение там больше миллиметра. Если будет тоньше, то это будет волной пойдет или кусок отломится. Добавок будет слишком там сильно втыкаться, застревать сильно. Поэтому сведения делают толстые. Получаем как бы большой нож с очень толстым сведением. Если будем строгать, то разница с линзой будет просто колоссальная. Частично можно это компенсировать подлинзовкой этих подводов. Но полное преимущество линзы все равно не получим. Потому что такими ножами еще и колешь какие-то поленья. И здесь, там прямые спуски, ты им бьешь, и большая часть усилия, инерция это уходит на разрезание, пока она поднимется повыше, потом пойдет раскол. Слабый удар, по сути, получается. То же самое, когда там батонишь, он может там воткнуться, застрять, и вытаскивать тяжелее, трещина медленнее расходится. Когда линза... Она, конечно, взрывает просто эту деревяшку, потому что там, во-первых, она такая зализанная, без всяких этих треугольников, туда сразу проникает, и тут же идет раскол, и трение намного меньше, поэтому она очень хорошо раскалывает. Даже вот такой маленький нож, он может колоть не хуже такого же топорика, по весу или даже тяжелее. И даже иногда удобнее, потому что там добатонить можно всегда. Специально брал еловые такие суковатые какие-то поленья, колол этим ножом. Но я скажу, что очень удобно для такой компактной маленькой вещи. Он их прям не чувствует. Сканди спуски тоже могут на таких ножах использоваться. Да, они будут очень острые. Хорошо будет строгать, резать, но там беда в том, что если делать полноценные сканди, угол очень острый получается. Все-таки здесь в зависимости от стали, там какая-то серьезная сталь может и там 34-35 градусов иметь, но желательно все-таки все 40-45, как вот на обычных каких-то углеродках, там нержавейках. То на сканди получится меньше 30 с таким обухом, и даже там что 4 мм он будет, что 3, что тем более 2, это совсем острый угол будет. Поэтому будет очень такая деликатная кромка, которую в случае не порубишь. Построгать можно, но в основном сканди это вот может быть для мачете вот с тонким обухом. Мачете с тонким обухом по типу трамонтина это отдельная категория, это не тесак, это ей удобнее всего вот нарубить траву, какие-то камыши, тонкие зеленые ветки. Либо какие-то очень не толстые ветки, то есть вот для таких задач.
Рубить какие-то вот елки ими невозможно. Вернее, можно, но это очень как бы неудобно. Она будет гнуться, там вибрировать, отдача будет сильная. Батонить ей тоже как бы особого смысла тоже не имеет. Поэтому по габаритам тут довольно все просто. Вот очень важна рукоятка, вот такая обычно всегда работает, то есть такая объемная, бутылочная, с двумя такими вот ограничителями, рука как бы фиксируется. Вот это вот всегда работает, это очень такая простейшая вещь. Единственное, что здесь зацеп должен быть такой плавный, не слишком таким большим крючком, чтобы от мизинец не отбивало. Ну, бутылочная, простейшая форма, отличная вещь. Мне нравится даже двухсекционная, она самая лучшая рукоятка из заводских, это вот эта Fox Jungle Parang. Она как бы, видите, двухсекционная, можно поближе брать, и вот так можно взять, чтобы строгать. Назад отодвигать. Ну, то есть она тоже, все то же самое, только она подлиннее. Здесь зачем-то сделали так вот совсем тонко, но это, видимо, для дизайна. Но все равно это отличная рукоятка, я вот примерно такую же делал для себя. Единственное, что здесь тут потолще оставил. По длине клинка рубит нормально то, что ну хотя бы 20 сантиметров должно быть. Меньше уже будет рубить хуже намного. Причем даже вот здесь 30 сантиметров. Это уже будет большая разница по сравнению, допустим, с 20. То есть тут длина решает. Единственное, что слишком, может, длинное не нужно, потому что ну, это не сабля все-таки. Это сделано для компактности, для удобства, а не для того, чтобы это рубило как-то особо сильно. А так, да, двуручная, особенно если двуручная рукоятка будет длинный какой-то такой клинок и тяжелый, рубить это будет не хуже топора. Такие тесаки тоже есть. По поводу толщины клинка, ну да, он должен быть такой приличной толщины, там больше 3 миллиметров, 4-5, то, чтобы он не гнулся и не вибрировал, чтобы можно было щепки им выламывать. Ну и для прочности, и для веса. Ну, теперь, подводя итоги, вот из всех этих вот различных форм, самая, наверное, комфортная для меня это форма паранга. Самая оптимальная, она какая-то, что ли, интуитивно понятная. Ну, вниз опущена тарелья кромка, она либо такая дугообразная, либо прямая. Точить это легко, то есть такие ножи воткнул вот так и заточил, и все. Когда там есть какие-то изгибы, все-таки это намного сложнее как-то сюда подлезать, разными способами точить. И преимуществ особых тоже не дает. Так-то какие-то кукри, у них есть вот такая фишка, что они могут это с протяжкой на себя, вот так они режут, как серпом лучше. На руках, опять-таки, когда что-то режем. Ну, не так часто это делаешь, чаще уже режешь, если даже таким большим что-то резать ножом или что-то разделывать. Режешь на доске, и это уже криво, косо, неудобно. Вот этим это как какой большой кухонный нож, он режет там и капусту, и разделывать такими очень легко, особенно вот такими более короткими. Там, рыбу какую-то, большие куски. И просто резать там что-то удобнее. Острие у топорангов, оно как бы такое на нет сходится, вот такое туповатое. Хотя колют они, кстати, тоже хорошо. Вот это вот, когда такое острие, мне кажется, не очень это удобно и не очень безопасно. Да, как оружие это может быть получше. Но для таких каких-то хозяйственных, бытовых задач, когда рубишь как-то на земле, либо что-то там расчищаешь площадку, вот это острие часто цепляется, загибается, приходится негодность, надо смотреть. И бывает еще, когда ну, это вот все вот эти вещи, они же рубишь даже часто что-то на весу, цепляется из-за какие-то противоположные ветки. И также его можно как-то уронить, если на ногу упадет, это вообще беда. И всегда есть риск, что снаряжение как-то себе испортить такую вещь. В принципе, вот эта функция оружия, она даже сейчас в современности актуальна. Не то, что прям обязательно вам это пригодится, но просто для собственного спокойствия в какой-то глуши всегда как-то спится с такой штукой лучше, чем без нее. Я вот не знаю, мозгами как бывает понимаешь, что в принципе что тут может случиться, даже в каком-то таком более-менее нормальном лесу.
Я вот там, допустим, владею хорошо вот всякими единоборствами, там справиться с каким-то просто вот человеком, который ничем не занимался, какой-то просто забулдыга там или хулиган, то, ну, это как, я не знаю, как с женщиной там или с ребенком. Что угодно можно с ним сделать. Но все равно, вот когда такого чего-то нету, как-то себя голым чувствуешь. Наверное, это из прошлых времен пошло, когда вот такие вещи как-то must have было, все ходили с оружием, это как-то уже на уровне генов. А так вот, сколько я по лесам хожу, у меня вот было пара таких ситуаций там всего там, за много лет. Ну, не то, что прям кого-то там надо было убивать, но вот один раз лось на меня напал, не поверите. У них такое бывает, особенно осенью, когда гон там идет, как-то их там клинит, они кидаются. Вот у меня на охоте такое было, причем я не на лося охотился, а на куропаток там в поле с собакой. Я остановился в лесополосе. Ну вот он так сначала медленно шел, а потом прям ломанулся и крутился долго вокруг меня. В такой ситуации главное от него не бежать по прямой, иначе он собьет вас с ног, это уже совсем плохо будет. Вот какое-то дерево приметить сразу и вокруг него бегать. Еще лучше, если вообще много каких-то зарослей там есть, крупные животные там. Там как раз так было, что он там прям буквально выклинило. То есть очень много было, надо было времени, чтобы как-то развернуться. Он бился там вот в соседние деревья. У меня тогда с собой был как бы не тесак, а томагавк. Ну, если честно, так получается так, что тесаки я так никогда не использовал. Вот томагавк использовал, но это близко к этому. Там я еще почему испугался, там собака выскочила, начала тоже вокруг него кружиться. А у него вот эти удары неточные с передних ног, но такие вот по дуге и очень сильные. Он даже когда промахивается, вот, ударяет куда-то сюда об землю. Ну, звук такой, что это, мне кажется, если попадет по ноге, там, да, по бедру, даже как-то незначительно вроде, мне кажется, это вообще все онемеет, это ходить не сможешь. Будет чудовищная сила. Он боялся больше за собаку. Поэтому обухом этого томагавка калечить не хотелось, вот чисто по рогам ему дался всей дури. Вот как раз когда выходил, вот так, со всей прям дури. Причем с прицелом с таким, я думаю, у него рог отвалится, а потом его еще заберу себе, как это, трофей, но не отвалился. Он так вот что-то потряс головой, так постоял, подумал, как-то медленно тоже. Ну, там на самом деле тоже ситуация, вот если бы такая штука была бы, если бы захотел бы его убить или топором, там можно было прям в шею воткнуть и все. Может быть, даже такая провокация, ломание веток, может, как это, в каких-то совсем далеких местах, там как охота использоваться. То есть спровоцировать на такое поведение, просто его зарезать там. Ну, это буквально ножом можно сделать. Ну вот он так постоял, подумал, потом начал медленно уходить, потом развернулся, посмотрел вроде опять, потом опять решил, что ладно, хватит с меня, и ушел. Вот такая ситуация была. Поэтому вот дерево против кабана, лося, да даже если медведь нападал бы, на меня, слава богу, никогда не нападал, тогда бы я, наверное, с вами не разговаривал бы. Но все равно даже с такой ситуацией случилось бы, тактика такая же была. Я даже видел, когда медведи между собой дерутся, они как-то вокруг дерева крутятся. Но это даст вам пару секунд, чтобы он вас сразу не смял. И тут вот, если он эту лапу как-то вот так, я видел, они ставят, как-то бегают, то отрубить ее нафиг. И если даже пару секунд будет вот таких вот колющих ударов, колющий удар, он всегда более смертельный, чем рубящий. Поэтому если есть что-то такое, то у кого-то прямо в шею, то, мне кажется, никто не выживет. Маловероятно, но уж при таких попаданиях шансы, конечно, на выживание сильно повышаются. С этим здесь как-то попроще, и когда расчищаешь, и когда рубишь. Вот тут как вот этот вот Fox Jungle Parang, ничего плохого сказать не могу. Отличная рукоятка. Вот эти отверстия, которые сделаны под темляк для рубки, когда сюда петля вставляется, ее как лыжную палку одеваешь, это всегда удобно. Когда надо много что-то рубить, прямо сильно облегчает и безопасность, что это не вылетит, и, ну, кисть разгружает. Если брать по производителям, мне вот этот итальянский от Fox Jungle Parang больше всех приглянулся. Ну, вот если брать все вот показатели, что они сделали, тут, наверное, для покупателя будет максимум. Тут и ножны у него хорошие, такие кожаные, удобные такой. Убирать это все эти паранги, они очень это удобные, чтобы их переносить. Удобнее даже разборных томагавков. Но вот этот, он такой, вот как бы традиционная форма
паранга, при этом они его еще как-то стилизовали. У них очень такой сильный этот дизайнерский отдел итальянский. То есть он такой вроде сельскохозяйственный инструмент, но он красиво выглядит. Так они его сделали. Вот эта сталь 1.4116, вот эта немецкая нержавейка, она себя, кстати, неплохо показывает. Он и сведен так оптимально, то есть он у меня не выламывался, там ничего там не заминалось сильно. Бывало, конечно, там попадаешь по какой-то ветке, где песок, там какие-то замины образуются, но это легко затачиваешь. То есть такие нормальная сталь. Одна из лучших рукояток, я думаю, на рынке, двухсекционная. Тут прямо хотеть больше нечего. Отверстие есть под темляк для рубки, как вот так одеваешь, это прямо облегчает работу. Он как бы не рубит лучше всех. Он рубит, как вот, на мой взгляд, под мои задачи оптимально. То есть он очень легкий. Потому что понятно, что рубит лучше то, что больше, длиннее и тяжелее. Ну, как бы не всегда хочется с собой таскать, так топоры ведь поэтому не таскаешь. Ну и вот он как бы делает большинство задач, что он должен делать очень так легко. И жерди какие-то отрубить. На весу причем. И чойл есть там, он такой тоже оправданный, что-то вот построгать мелко там. И разделывать, и резать. Ну, вообще, на самом деле, про все вот эти, что я делал обзоры, на этот есть отдельный обзор, и на все вот эти ножи, что я делал обзоры, там особо плохого про них ничего не могу сказать. Но вот этот выделяется тем, что у него здесь как бы все, целый набор полезностей качественных, качественно сделанных. И ножны, там, и рукоятка, то есть все здесь как-то оправдано. И ширина у него нормальная. Единственное, добавить бы, конечно, ему линзу и чуть потолще обух. Ну, прям буквально там на полмиллиметра. Цены бы ему не было. Но поскольку линзу там толком никто не делает, то и смысла об этом говорить тоже нету. Так не пытайтесь, кстати, переточить. Если прямые спуски, переточить их в линзу уже невозможно. Там многие там писали в комментариях, что типа я переточу. Ну, не переточить, там просто уже не с чего. Они же сведены уже так по прямому. Поэтому максимум, что тут можно сделать, подлинзовать подвод. Ну, в принципе, этому даже это не обязательно, потому что тут у него из коробки задачка хорошая, и она как раз такая, что, может быть, даже это и плюс того, что он может именно резать тонко. Даже если ветку вот так разбатонить, он ее не будет раскалывать, он ее как бы разрежет пополам. Это тоже полезно, какие-то колышки какие-то быстро нарезаешь, или для печки щепочницы, там быстро хочешь эти веток нарезать. Удобно. То есть он такой неперекачанный, оптимальный, вот и по размерам, и по весу, и по тому, как это сделано. То есть, я думаю, на данный момент вот это из заводских самый такой удачный. Ну а так вот назначение у всех парангов рубить какие-то вот ветки. Причем такие вот, видите, болтающиеся на весу, не особо там выбирая, прицеливаясь, топором такое не сделаешь. То же самое с пилой, подвозить каждой веточке, что-то там подпиливать. Здесь прямо идешь как машина, прям можно расчистить. Это как и места для стоянок, для рыбалки, так и засидки какие-то. Забивать ими гвозди, колышки тоже можно. Но это когда обух, когда они увесистые, обух достаточно тяжелый. Просто шлепаешь, нормально забивается и гвозди, и колышки, и какие-то жерди. Так что мои выводы такие, что среди всего этого многообразия паранг, мне кажется, не победить. Самая удобная вещь. Как-то, видимо, традиционно так к этому пришло, что это изначально было таким вот сельскохозяйственным инструментом, причем именно таким больше для бушкрафта. То есть топор, он больше строительный инструмент, это вот именно такое какое-то выживание, мультифункциональность для всего подряд. И как оружие, и как что-то там расчищать, и как мачете, и как, ну, как все.
по стали, в принципе, для всех этих вещей можно брать самые такие дешевые, простые углеродки. Они как раз самые прочные, потому что здесь прочность важнее, чем все остальное. Их очень легко точить, так же, как с топорами. С ними бывает такое, случается, что какой-то замин появится, куда-то не туда попал, там, случайно по камню или еще что-то, там, песок где-то был. Ну, такие стали очень легко точатся. Может быть, даже нержавейка, оптимальный вариант, такие твердые нержавейки, прочные нержавейки. Углеродка тоже нормально, традиционный выбор. Там есть еще плюс в том, что ими можно с углеродки искрой там огонь развести. Прям совсем получается, как еще и огниво в комплекте. То есть, ну, конечно, шикарная штука. Ладно, я свое мнение высказал по поводу этих инструментов. Пишите комментарии, что вы об этом думаете. Спасибо, что смотрели. До новых встреч.